Добрый день, дорогие друзья! Всех приветствую на канале Black Canadian Wolf. Сегодня у нас приезжает мой папа. Вот приехали в аэропорт. Сейчас покажу вам питерский аэропорт. Вот. Он буквально на пару дней приезжает. Еще не приземлился. Рейс задержали на часик. С аэропорта поедем, надо за домик заплатить денежку, потом где-нибудь покушаем, а потом поедем варить вольеры, продолжать. Ждем, в общем. Через 1 километр. Держитесь правее. Друзья, встретили папу. Саня у нас нервничает, когда я за рулем. Постоянно то в телефоне, то с камерой. А ты где здесь ночуете? Не, мы на квартире, пап, живем. Это вот материал. Вот, видишь, столбики позаливали. Позавчера. А, видишь, она боится ее, видит, боится, даже не подходит. Смотри, не подходит к ней даже. Хотя, вон запах. Позавчера. А ты все шкодничаешь, все разорвало здесь. А это не открывается. Волчица наша. А мы приварили пока что, да. Что? О, как обнюхи. А, вон она из-за собаки. Вот, ничего себе. А там зачем щель такой ставил, Андрюша? Сзади? Да. А это туда мусор потом мусор собирать. Да. Ну да. Там нормально, она не выскочит. Смотри, пташка аккуратней. Видишь, аж дыбы подняла. Не поднимала до этого так. Да что ж ты так обосралась-то, а? Что у вас за мода такая? Что у тебя сыпцы? Друзья, пока я ездил, платил за домик. Завтра у них что-то там не получается, они сказали. Молчится. Поздоровайся, скажи, Фурия. Фурия. Бардак, смотрите, какой наводит вольер. Надо зайти, убраться. Он перчатки затащил. А, нет, это не перчатки. Вот уже каркас сварили. Саня с папой. Здесь все отрезали. Отметили. И еще одна такая, я бы сказал бы, хорошая новость. Нам привезли столик, как мы просили. Добрые люди. Спасибо большое, Наталья. Сейчас вам покажу. И еще они спросили, чем помочь. Саня сказал им, что купите курочку для волчицы. И они, вот стульчики нам, столик, вот мебели. Привезли вешалку, шкафчик небольшой. Что тут, стол кухонный, вешалки это вообще. И вот столько продуктов, вы представляете, воды. Здесь салатики всякие, здесь соки, огурцы, ё-моё. Вот смотрите, сколько это просто, не знаю, это огромное спасибо вам. Огромное спасибо, дай бог вам здоровья. Вот наша бытовка. Он сейчас на перекус, умывается, руки моют. Начали разбирать пакеты. Купили лекарства мне. Спасибо огромное, Наталья, спасибо. И вот витаминчики. Представляете, какие заботливые у нас люди. Начали разбирать пакеты, а здесь, вы посмотрите, тут просто капец, да, еды на 10 дней. Спасибо. Разбаловали нас, в общем. Царская, класс живой, да тут вообще не так. А еще, друзья, нам Наталья привезла матрас, на чем спать, представляете, даже не заметил, сказал вот только что Саня. И за это огромное спасибо. Дай бог здоровья. Папа сказал, слабенький генератор купили. Сварка не берет, гаснет. А мы думаем, почему он глушится постоянно. Купили поменьше электроды. Меньшими электродами варим. Работа кипит. Пташка тут тусуется.
Саня держит уровню. Волчицы сейчас приберусь, зайду. Пока оттаскивал там деревья все, пока убирал продукты, пока туда-сюда. Вот и время проходит, солнце заходит вниз. Ближе к вечеру. Вот две курицы. Сейчас надену на голову GoPro. Не знаю, вам видно будет, нет. Сейчас возьму. Говорил 3 вчера на эфире, ну, думаю, хватит 2. Вон, ребята работают. Ташка у нас лежит, отдыхает. Волчица не дремлет. Я немного прибрал у нее сейчас. А то бардак такой был. Сейчас, Фурия, сейчас я тебя дам. Не-не-не, не бойся. Пойдем, я тебе дам, пойдем. Так, иди сюда. Нет, тут виднее будет. На. 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 Вот так вот. Друзья, уже слишком близко ко мне начала подходить. Это, конечно, в таком духе, как она подходит, это не есть хорошо. Если бы она с интересом, а она мимо, знаете, как это, шугается отца, там Сани, то, что шумят. И вот мимо меня дергается. Вот это вот в любой момент может тоже на меня агрессию свою проявить от испуга. Слишком приближается так в тихо. Все, все, прекращай, Фурия, прекращай. Фурия, все, прекращай, дышись. Успокойся, успокойся. Все, успокойся. Фурия. Ладно, выйду, потом подойду, засниму, съела она, нет, курицу. Она просто еще из-за меня некомфортно себя чувствует. Папа варит, уже темень наступает. Александр, ваше впечатление? Как работа двигается? Отлично. У нас вот и появился второй Леша, мастер маскировки. Да. Уже вот сварили каркас второго вольера. Он будет поменьше, 3 на 4. Сейчас покажу. Вот такой вот. Там будет перегонка постоянно открыта, как у нас в Уренгое, грубо говоря, чтобы туда-сюда бегали. Вот такой. Здесь будет вольер такой же, и здесь такой же вольер. Папа сказал, что железа не хватит. Надо будет докупать, хотя не знаю. Я вон жгу. Убираю, жгу ветки, траву. Надо свет уже проводить. Темнеет, ничего не видно. Вот такие дела, друзья. Ташка даже не подходит, волчица. Вот как тогда подбежала и все. Особо не хочет подходить. Мимо так бегает, интересуется. Но не хочет, добрейшая. Тебе челку надо срезать, красавица. Друзья, приехали уже домой. Вот стульчики распаковываем. Спасибо большое, Наталья, за столик, за стульчики. И еще мы заехали, отдали Ташку на 2 дня на выходные нашей Даше, подписчице, кто ее забирал. Она нам передала Фурии гостинцев. И еще сказала что-то тут попробовать питерского тут из Вилипечки. Сейчас будем смотреть. Спасибо большое, Даша.
Всем, в общем, спасибо. Всем пока. Завтра новый день, новые съемки. Вот такая у нас атмосфера пока что. Вот, оказывается, нам сладости. Смотрите, сколько она передавала Даше. Вот сейчас будем их кушать все. Сладкоежки.